Здорово, народ, с вами Мишаня, и я вам хочу показать сборочку для новичков, именно уже все на мне поставлено. Что в нее перенесено, я вам кратко просто пробегусь по вещам. И вот сборка для новичков, без сета драгона, без сета ловца ведьм и так далее. Вот такие вот статы у меня получились. Это статы без пета, без сивона. Обычные статы, в которые можно, может любой новичок сделать, если упор делать на фарм. Два кольца и инкра с кубов. Кольца переносим крит урон, линку переносим повышенный шанс критического удара. Сет Геральда. Испепеляющая молния Геральда. Это пушка сама. Пушку Геральда. И к ней же перчатки. В перчатки переносите скорость атаки, в пушку переносите повышенный урон от данного предмета, народ. Все почему-то спрашивают, Мишаня, какую пушку скрафтить и так далее. Народ, я вам могу сказать одно. Можете скрафтить пушку 3 повышенных урона и 1 повышенный урон просто. Либо пушку крафтить на повышенный урон от данного предмета, все 4, чтобы статы были. И желательно, чтобы они были все с по желтыми статами. Чтобы к вам, к базе это еще приплюсовалось очень неплохо. Так, едем дальше. Инструктор Биараха, это ремень у нас с локации Q4 с медведя. Вот такие вот ремень. Перенесся сюда повышенный урон, чтобы поднять базу. Вот такие вот, такой вот ремешочек. Потом плащ героя, это плащ с обычной локации Скалли, куда вы можете бегать и выбивать его. Все бегают и бьют его. Я бы вам порекомендовал еще другой бы плащик. Это вот такой вот плащик. Вот такой вот бы плащик. Тоже с обычной локации. Локации 48+. Вот такой плащик. Плащик Кали Лайфри. Тоже неплохой. Вы видите на экранах своей, что она вам даст к статам. Это добавит крит урон, больше маны и повышенный шанс критического удара. А этот плащик вам даст скорость атаки, повышенный урон и скорость движения. Вам выбирать, вот два плаща, самим выбирать. Это то, что вы можете выбивать и не покупать. И так далее. Это просто вот я вам сборку для новичка. Потом. Сет Горги, амулет Кракена, сапоги из кожи горгоны. В сапожки переносим скорость бега, чтобы бегать быстрее. В амулет переносим только крит урон и больше ничего. Потом едем дальше. Голова. Голову я вам здесь вот такую вот порекомендовал, сделал, перенес статы и так далее. Перенесся сюда повышенный шанс критического удара, чтобы долго до около не ходить. Для новичка, рекомендую всем новичкам делать голову на повышенный шанс критического удара, потому что у новичка нету ни камней хороших на шанс критического удара, и когда он будет бегать на локации, хотя бы там до фатала, то ему эти статы будут очень помогать. И винкру тоже переносим повышенный шанс критического удара и больше ничего сюда не толкаем. И в голову толкаем то же самое. Повышенный шанс критического удара, чтобы вам поднять вот здесь шанс критического удара. Народ, запомните это, новички. Не делайте голову на повышенный урон сразу. Это будет большая ошибка вам. Потом едем дальше. Происки Калли, это с локации Каллина, с Междумирья, плечи вот такие вот вам
перенесена сюда прочка. Вот такие вот статки дают эти плечи для новичков. Очень большой плюс. Это скорость атаки 5%. Считайте, руна одна на скорость атаки. И расход маны снижения. А расход маны и снижение на 10%. Это когда вы будете бить сферой, вам будут плечи эти очень сильно помогать. Потом, все говорят, Мишаня, где чё, откуда взять маны, очень много на одной баночке, говорит, не хватает с Междумирьяна. Но, народ, вот вам, пожалуйста, ваши все решения. Это звездная мантия Гриммиджа с локацией Q1, она вам будет добавлять маны и будет вам регенить ману. Сюда вы переносите просто повышенный урон, чтобы поднять сюда статки. Ну и руки я вам уже сказал, это сет Геральда, сюда вы приносите скорость атаки, чтобы больше, быстрее набивать себе ману и откидывать себе эти, и откидывать быстрее сферы, которым вы будете бегать и чистить локацию. Ну и вот такие вот статы получаются, у меня вы сейчас все видите на своих экранах, вот такие это статы без питомцев. Но у новичков нет уже таких питомцев, где что взять, сейчас уже ничего не купить. Но вот будет правильно показать вам все статы, которые вот куда что я перенес, накидал вам примерно. 26-31, скорость атаки 2,8, 2,8, 60, 860, 2,8 атаки. Шикло у нас получилось вообще здесь шикарная. Броня вообще шикарная. С учетом то, что да, здесь вещи у меня уже некоторые 8-го, 7-го, 8-го, практически 7-й, 8-й. Только одна плащевочка 6-го. Ну и голова у меня 6-го здесь сделана. Ну это так вам, для новичков, на показ. Получается, ХП у нас здесь такой не кислый такой прирост, ману на 154, это то, что вам ману вот это дает, когда вы ее снимаете, у вас 120 маны своей стандартной, когда вы ее одеваете, у вас уже 154, вот ваша проблема, народ. Плюс вы можете, новички, взять еще баночку сюда на ману, и вам еще сюда добавить ману. Маг без маны — это не маг, запомните это раз и навсегда. Чем больше маны, тем лучше. Так что вот. Ну вот вроде помогу я вам для новичков вот такой вот. Потому что люди просят, Мишаня, все сделай, покажи и так далее. На стриме как бы это не вот как бы. А вот так вот я вам примерно накидал, все показал, и показывал эти статы без питомцев. Потому что у новичков нет таких питомцев, которые мы сейчас имеем. Это будет правильно, только с одними вещами. Вот такие вот должно быть выглядеть маг примерно, если вы будете играть активно, играть, фармить вещи, фармить материю, чтобы потом переносить или закупать вещи и так далее. Вот делайте скриншоты, пишите мне комментарии, подписывайтесь на мой канал, приходите на стримчик, и в дальнейшем видео я вам сделаю набросочку видео, еще одно у меня есть набросочка видео, на которую в дальнейшем, если это видео наберет там, я не знаю, там 20, давайте там 20-25 лайков наберет видео, я вам сделаю видео, как сделать пушку 8 ранга из вещей. Люди это все спрашивают, если видео наберет 25 лайков, там напишите комментарий мне красивый, то я вам сделаю краткий обзор, как сделать себе пушку 8 ранга. Увидимся на просторах Дориана, всем удачки, с вами был Мишаня, топ маг один, пишите, если кому-то что-то непонятно.